Да не, они бредовые цифры нарисовали, нахуй. Ну, это видно сразу. Нет, но если вы говорите, что у них осталось 15%, они уперлись в бирсу. Все не так плохо, типа срезать совсем чуть-чуть. Ты понимаешь, что они весь полностью рейд себе перековали на фул максимальный ДПС? Это мильков ноль почти все кастеры. Ну да, ДДшек Все. много. Нет, я к тому, что все равно люди будут одеваться, я не думаю, что у нас прям тут супер бисовый рейд. Хотя, может, они подготовились. Лохи. Я типа вообще никого на X4 не знаю, я вообще ничего не могу сказать. Там еще говорят, что это вы что, собираетесь лича за один день убивать? Конечно, это нормальные цифры. Сидит, пукает, блядь. Нихуя не может там целка 25 закрыть. Не, я помню, когда на третьем-то трайере. Сколько мы? Синдру, получается, там убивали 2 недели вроде бы как. Ну, Синдра понятно, но не ребро. Синдра, проф, лана, я понимаю, Ки, но не, блядь, первый же босс, который не могут никто не убить. Да. Да они ебанутые, нах. Окей, леди можно из-за основы, которая берется там, но можно ее там посильнее сделать, чтобы ХА чел полтора. Ну... Корабли, вы что хотите сказать, что у корабля будет там ХП хуй знает сколько, чтобы даже за пушками были? Нет, там, знаешь, просто Сурфанг такой берет, так. Так, Там будет портал. три корабля, Там, так я вместо просто. тебя пошел в портал, нахуй, Нет, все. там, короче, Сурок тоже с этим, с ракетницей к вам на корабль прыгает. Бля, напишите, когда пусть 2 минуты отойдет компа. Я, он может, знаешь, спокойно, реально, там, берет танка, просто за борт кидает, с ноги перепрыгивает и говорит, все, пизда, и Не, начинает у нахуй него, бегать. короче, клиф, и все, кто на его корабль прыгает, умирают нахуй. Да. Да, пушку надо сверху еще ебашить пару штук. Хуйню сделали, короче. Это полнейший какой-то. Либо они хотят такого хайпа, чтобы ажиотаж был. Все-таки вы чё, Так охуели, какой один дом ажат, ну ебал. блядь. Ну допустим, вот нерфанут, будет 150 лямов. Ну или 144, там сколько, 20% срежут хп. Ладно, убьют ребро. Ну на леди нахуй, даже со 165, если 20% срезать, хуй ты убьешь Хуй ее, ты блядь. Это вообще пофиг на ребро. Там дальше боссы ёбнутые. Блять, они дают ХП, вот даже в ульде ХМ, когда открывали, столько ХП не было. То есть это спокойно закрывалось. В Т5 контенте, а мы в Т4 нахуй, они рисуют такие цифры. И чё? Не, ребят, он правильно войс сказал, типа, ребро ребром нахуй, это еще кое-как убить можно, а вот леди нахуй, это прям перебор хп нахуй. Да, мне Что, кажется, потрогать я бы ее сказал. потрогать? мне кажется, на Там леди проблема в том, что даже делать, если все идеально, мы будем упираться в берсу нахуй, каждый пул нахуй, понимаете? Да, Слишком. потому что там у трэша дохуя хп нахуй. Мне кажется, Да, даже да даже не в трэше дело нахуй хп, просто, блядь, леди сам по себе босс, во-первых, динамичный нахуй, там на месте не постоишь, блядь. Соответственно, при этом еще и ДПС должен быть нахуй большой. Плюс трех человек в МК кидает. Дух взорвал, пизда нахуй. Лужа, блядь, кидается нахуй, тоже ебало ломает. Если лужа кинулась под залп стрел нахуй, все, рип ебать. Мне кажется, тут даже этих собак у чумки хуй убьешь теперь. Да, не, собачка. Блять, динамичных боссов. Сука, Не, вы окей, заебали. Сурфанг. Кто там нахуй, Кунка, не спамьте эту парашу гейскую свою, блядь, говно в этот в дис нахуй. У меня стрим, блядь, записывается. Пускает заходить. Что у вас там Скинь спамят? еще побольше, побольше. Не Он съебите варовские мне. стримы. Гейское говно, блядь. И он кидает, что он делает с А, у лапкой. тебя овервей, что ли, этот листаю? Показывается. Мне хуй знает. На стриме оверлей? Ебать. Какой чат Ну ты открыли? Где оверлей, мои типа там. дичь? А, ты это листаю, показываешь. Да ты посмотри, он разбеба идут кастомку Так ты не играть. можешь просто Custom выдать Hero окно House. World of Warcraft и забить хер. Пока World of Warcraft не включен, тебе другой ничего не будет показывать.
Ну да, в принципе, можно. Я не вижу смысла стримить и никогда экраны, когда легче окна выбирать. Все. Ну никакой обнова сейчас не было, я клиент даже проверил на всякий случай. Ебать. По-моему, мы увеличили наоборот на 4 ляма, нахуй, не? Столько же, сколько. Нет, столько же, у меня пинг 2200. Че так мало? Да, сейчас все заходят в шоу. Класс. Пиздец, блядь. Захожу на стримы в очереди, блядь. Нетолерантный Войд Фьюри, ебать. Ой, блядь. Пидоры не. А я спулю, если назад пойду? Не. Подожди, мы выйдем. Это эксклюзивное звание. Только для меня. Большая мамочка? Нет. Ты научилась смеяться, как большая мамочка? Кстати, я ДБМ-пу не вижу, что. Нет, еще. Мужики, скиньте, как Биг Маус смеется. Это который Мартин Лоуренс, да, блядь, негр это? Сосед, для тебя обязательно... Я ее постоянно скидываю. Мне нравится бриллиантовый полицейский фильм. Ты мне, Рит, лучше ВК скинь, чтобы я конкретно послушала. Мне даже интересно стало. Кого, чё, а? Смех Биг Мам. Сможешь она повторить, как думаешь? Бля, я даже не помню, как она ржет. Ну, она же говорит, мама, мама. Как ёбнутая, бля. Большой, а, ты мамочка. Говоришь про One Piece. Да. А мы про фильм. А, фильм, где этот негр, блядь. Да, да, да. Большая такая сладенькая мамочка. Да, я б такой. Кунка, с твоих уст это звучит как-то не очень. Там же был такой момент, помнишь, когда он пришел на массаж, и камень-то положили на спину. А, он сбирал. Кунка, ты оценишь, кстати, мою новую аву? Это ее селфи, кстати, знали? А, да. А я в DC хотел написать. Я не написал, да? Типа топ АВА. Нет. Зарядка села. Исправление краша, перезагрузка. Краш, ну? Да, да. Краш. Краш. Ты мой краш. Засекайте, мой нахуй, босса прирежут. Краш, да, это, короче, в натуре, нахуй. Краш, хуяк, заходим, там 120, ебать. Ну, там 150 лямов, типа, или бы уже поменьше. Не, бить, надо перед еще. Тем, как... Перед тем, как ребро убить, надо посмотреть, сколько у леди хп. Ой, я покажу, ебать, друзья, это я... Да пишите, что хотите, анимешники не люди, я запись заключаю перед полами всегда. What the fuck? Сука, спамите вот ём. Где спамят? Все, я понял, чувава, выписываем с Макроса, нахуй. Мне Феникс, блядь, сказал, я тебе нахуй минус 1000 ИП, если я не напишу ему, все, я тут не прикинул. Все, один Холич, у меня 3 Макроса висит, я, Холич и Чивава, блядь. Кунка. Аниме-то заебись. Понимаешь, на тебя один Холич Поводя, остался. Поводя, да? Поводя. Может, это что было, блядь? Я обожаю аниме, Поводя. Нифига себе, Макс, это с каких пор? Что только за Уну не скажешь, да? Охуеть, блядь. Я не поняла, почему я вас люблю аниме. Сенжура, ты где? Давай один пул сделаем пока. Перед ребут. Рит, что за беспредел? Я тоже люблю и смотрю аниме. Где моя Лунка? Сенжура. Подожди. Где моя Лунка, блядь? Тыкните. Давайте поздравим Серегу с дыры. Такого Серегу. Ты че, у Сереги нет? Рыбу хавайте. А мы че, для чего пул делаем? Ну один пул сделаем перед ребутом, в чем проблема?
Мы должны почувствовать, блядь, боль. 14 минут, 10 минут на убийство. Быстро. Может, обнову что-то там ставить, нет? Раз хлеб. Какая нахуй обнова, блядь? Сейчас еще хп накрутят. Ну так хп докинуть уже до 200 там чуть-чуть не хватает. Ну, вот это да, более куда потом. Ты что-то как-то не добавил. Мне кажется, мы экзальте даже пукан зажмется. Они могут. Там увидели, что близко уже. Надо еще добавить. Блять, вайп, ой. Это пиздец, что спин? Арсенин сокров. Звездо. Аккуратно смотрим за лужу. Шипы залили. Эскейп не забываем нажимать. Далеко очень там было всего. Вот из-за этого. Ебать. Это спина был? Боссы далеко, да. Танки очень далеко. Что ты понимал? Второй танк должен вот здесь стоять. БР раздадим. Где я прыгаю? БР раз... Ну, у нас два только. Бентли можешь там стоять? Да, да, могу. Серый под Санжуру, Акма по Денджер Мастер. А, что ясно. Падайте. Падайте быстрее. Там, получается, кастуют эти лужи через определенное время, правильно? Ну да, да. Чем дальше танк стоять, тем раньше он кастует. И, ну да, нужно поближе танком стать. Теоретически. Ну, танку, который вместо центра, он должен стоять вот почти что на границе вот этого круга, где широкая зона. Вот где шип сейчас есть, который к центру ближе, вот где-то в том районе стоять. Да, чтобы когда получается, босс туда прыгает, у вас чистый ромб был. Все, заходим, бежим быстрее. Че умирай, блядь? Ты пиздишь. Жома Леди пишет. Че не нахуй? Верю. Бабычки, да. Ты че, они никогда не убьют? Так, какая нахуй леди, запейте, все, ребят, блядь, вот давайте не будем вообще об этой хуйне. Там, блядь, фрики нахуй, которые, блядь, ребро нахуй, с двумя нерфами, блядь. Здрасте, называется, моба пришли. Опа, паучки. Опа, бля. Я же говорил, сейчас трэш бы треснул, случай не слышали. Давай. Дефать Агримар, нахуй, может, пизду это целка. У крутых пацанов есть инвиз. Не, еще после ребота зайдем, посмотрим. Убивайте текучку. Еще один пол сделан. Настя, накажи мелкого, он там дизонфу кидает нам даже. Я могу стрим отключить. Че. Да, жрома на леди. А, это обычка, умирает, ты хуй со спидбаной. 29 лямов у леди, да-да, нахуй. Умираю, блядь, вообще, ливни, нахуй, сгиби, заебал. У них отдельно целка, эксклюзивная, с пометкой. Я тебя, блядь, потом ливну из гильдии, нахуй. Да он пифит на леди, я уже охуел. Пацаны, я уже в целках эмпати набрал. Десяточку, кстати, пойдем кто-то ночную десяточку, Гер. Да лучше днем, после этих вайпов я ебал. Я вот хочу. Десятку я соберу, наверное. Когда соберу? Пойдем, наверное. Ну, когда-то. Пойдем, наверное, в субботу. Не, в субботу не, в воскресенье пойдем. В воскресенье, да, днем.
кидать. Метку для танков поставь сразу, чтобы они привыкали. Мне в какую метку бежать войду? Вот он квадратик, крестик точнее. Далеко. Да не, поближе надо, да. Ну, ближе, вот граница ближе. Второго, граница круга. Внутрь. Ну, вот да, здесь там хотя бы, да. Нормально окей. Было. Так, я в крестике? Ну, ребят, можно ну, сейчас, давай сейчас, сейчас, 5 секунд. Это 5 когда секунд. Босс начнет дергаться, тогда вы с креста начинаете. Вот это. С креста станете. Так, у нас 7 минут, чтобы убить босса. Да, давайте по-быстрому. Убиваем. А чё, да... Да, Реслин, да, ты так же. У тебя ничего не меняется. Блять, босс дернулся, не знаю, что. Там не во Фредди стоит, звезда. Реслин сокрыл. Да, вот сейчас идеально прям. Ай, блять. Ждем. Лужа пошла в центр, аккуратно. Как босс встали. Шаман, ставь тотем ДЦ гимномана. Да, это надо. Шип убейте, ребят. Сидите, шип. Войдл прохил. Сейчас умрет. Шип снимите с бланша сзади. С ханта. РДД быстрее, блять. Чё стоим нахуй? Не могу хилить, эскейт нажми, блин. Два раза эскейт нажимайте, ребята, блять, когда кидают на шип. Сколько раз мне, блять, повторять? Ёбаный в рот, неужели так сложно, сука, запомнить, нахуй? Кинуло на шип, нажали два раза эскейт, блять. Щитов вас можно было. Чтоб вас можно было хилить. Звезду. Реслин сакра, ой, этот вой точно. Босс бок пошел, выйдите, массакру дал. Правее останьте. Чуть левее, там лужа идет аккуратно. Лужа. Не успели отбежать, друзья. Ждем, пока лужа пропадет. Все, под босс встали во фрейм быстрее. Снимите лужу с бэм сзади. Ой, лужу вообще. Эдик, дай бэр по соседу. Давай сразу. Вставайте. Маги рибахните.
звездо. Реслин с утра. Мага забафали, надеюсь, это. Опять лужа пошла, Настя, аккуратно. ДК, чуть-чуть назад отойди, там кто-то сбоку стоит, и из-за этого босс идет. Лужа аккуратно вышли. Блять, сосед, ну ты вагон нахуй. Я глыба в ГКД была, блять. Что, блять, вихрь нахуй, по 14к охуеть. Дай, блять. Ну уже получше в любом случае. Это вот да почему-то босс, танк сместился вправо. Ладно, и... есть. Там не танк сместился, там кто-то стоял справа. А, может и танк, кстати. Слышь, вот, а так все идеально, и Дума убивается, и мы ДПС там 300, там да. 290 держали спокойно. Так ну, что... да, кстати, надо попробовать. Надо траить, ребят. Надо траить, да. Кто-то справа стоит. Потому что, да, потому что справа кто-то стоял, надо звезду, что разбегались. И это, да, у нас сейчас ДПС 295 тысяч дрался, типа там плюс экзекутка, нахуй, еще подымется. У Хантау. Лока, слышите, нахуй. А с каких пор на вихре можно бить милику и лужа не льется? По кайфу же. Никогда такого не было, что лужа льется от милика ДПСа. Нет, не было, да. Ладно, ребят, это сейчас ждем ребута, будем еще тратить. Типа вот сейчас вот по этому пулу, нахуй, если все делать нормально, нам впритык может хватить ДПС реально. А, ну я тогда буду успевать. Кстати, бегать. Кирилл, я вспомнил, вот там типа, ну... Не обязательно жать эскейп. Когда вас на шип берет, убирайте босса из таргета просто. Да, просто, нужно... ну, эскейп это просто... босс из таргета убрать. Да, значит. Да, просто, типа, вам, ну, эскейп нужно нажать для того, чтобы босс из таргета вышел. Просто можно из-за этого... Просто вот мышкой кликнуть, да, куда угодно. Не обязательно эскейп тупить. Вот бывает из-за этого я пытаюсь прохилить шип, у меня не хилится, да, и да, в итоге... из таргета босса убирайте, и все. Из-за этого у меня два таргета могут упасть просто, из-за того, что... Не... А, ты стопаешь, а ты не должен стопать, все правильно. А чё у нас боты не пьют? Ну я последний не пью, потому что 7 минут до ребута это нереально было. Ну да, там все равно вы не понимаете. А сколько мы сейчас оставили хп? 60%. И было, там 295 тысяч ДПС было. Это еще со смертью соседа и бати. Это хуйня, он кидает лужу и сразу отвихивает крипля. Кто-то ляпнул, что кто-то уже ребро убил. Да, да, наверное, кстати. Никто не убивал еще ребро. ФК за ребро будет. Ну, вам самим не надоело вот это? Бля, что там Экзи, убили, нет. Не да, убили, вообще, убили. Да, я тоже, я присоединяюсь к Чеваве, вот эта хуйня вообще похуй, кто там что убил. Да вы сейчас зайдете, там будет 100 миллионов хп, чего боитесь? Да не надо нерфить, нормально так все убивается, надо просто траить сидеть. Смотрите, смотрите, ребят, на себя. Забейте, кто там и что там. Со собой, главное, в первую очередь. Не, хотя бы 150 лямов должно быть у босса, потому что 85 да не надо. Очень много. Надо сидеть, потеть просто. Вот и все. Какой смысл? Нет, классно. Сделать, нет, подожди, тут я согласна, надо сидеть потеть. Ну так это ребро. Потеть, это а представляешь, босс, что вот. На Синдре, на Личе будет, если будет такая же сложность, если такое ребро сложно. Нет, типа надо срезать, достать. 30 надо всем хп. А вдруг ребро тяжелое, сейчас мы дальше на Леди придем. Не было такого, будет. Не было никогда такого, так ни на одном сервере, ни на одном думал, реалме. Никто не думал, что на обычке, на сарафанге будут сидеть люди. Никто не думал. Вот человек прошел сарафанга, все, он так, закрывает. Это самый простой босс, там пуги всегда проходят этого босса. Ну, сарафанга тоже все проходят, он тоже слабый проходной. Но мы сидели на нем, и все сидели, не могли пройти. Давайте сарафанга, я бы сказал, что просто простой. Там из-за меток это очень сильно хилить надо. Не знаю, для меня сарафанг простой. Ну, простой, он простой. Если много меток от скипания накапливается... Просто пока надо, вот когда дойдем, посмотрим уже вот реально, можно пройти, нет. Ну я вот, например, увидел, что ребро можно пройти спокойно, как бы, ну, впритык, но можно. А вот дальше там надо уже смотреть. Ну, тут согласна, можно убить.
Просто тут реально вот эти перебежки, они очень сильно решают. Столько ДПС теряется. Вот мы помните, сколько били? 230, 220. Как только мы встали, 295. Все. А если мы еще там милика, допустим, поменяем, если нам не будет хватать, то еще больше будет. Сосед, тут для тебя информация подъехала. Блин. Гладиатор Биг Мами сказал, что он тебя задушит, если ты сплакать не перестанешь. Какой слакать там, блядь? Веревками нахуй, и шарик молчун, блядь, в рот нахуй, и этот, блядь, и плетками. Сосед, блядь, так... Даунич, переставай слакать, заебал. Так, наоборот. Если меня будет пиздить, тогда надо слакать. Слушай, Кирюха, у меня к тебе просьба, извините, перебил опять. А можно поставить кого-то, а не Адель? Типа, Адель явно в миле больше даст. Ну, типа, кто поменьше дамажит, нет? Ой, я сейчас мага туда ебану, чтоб блинковался в звезду. О, Кринж Кинг лучший маг на сервере. Либо сам, наверное, даже встану сейчас. Наверное, да, сейчас сам встану, портал ебаны. И сам вместо Адели встану. А Ваничеллу, Ваничеллу не могу, он демон. Сейчас себя и кого-нибудь еще поставлю. Вроде соусет. Не, Эрза лучше. Не-не. Бланш пускай остается, у него отрыв, в принципе, есть. Ну да, и, короче, этот... Сейчас я встану вместо Адели. Что, Эрза берем с замены? Берите Эрза, он... Эрза уже давно должен быть в рейде, я не знаю, что за хуйня. Мы ребро вообще изи убьем, типа. Мне кажется, это читы. Не только ребро. Валера, убивец. Убивец, блядь. Не-не, берите Эрза, он R1. Да, Эрза здесь, он готов. Он готов, он сидит, он ждет, он на замене. Вот это боец, нахуй, учитесь. Он не попадет в рейд, но он сидит, он ждет, нахуй. Возможности. Эрза, ты хуёво меня утил. Респект, респект. Убивает ребро. Надо совет Эрза, напиши. Валера, я тебя жду в рейде. Лично я тебя точно жду. Эрза, как не умирать? Нужно наставление. Начальник, пожалуйста, скажи, как не умирать в 0-2? Ребята, а если миликов, допустим, поменять на РДДшников? Ну, чисто на этого босса, а дальше опять же замена придет. Я предлагал, если ДПСа не хватит, можно одного слапнуть, это плюс, ну, 5000 точно будет. Как раз 300 там, 306 там нужно для прохода. И плюс Берса, ну, ой, точнее, плюс Экзекутка, плюс Гера, там где-то будет средний где-то 310-315, вполне возможно. Одного можно поменять, и тогда 100% хватит, я думаю. Ну, если не хватает, то еще парочку там. Да не, а что, у нас милика мало дамажит, что ли, или что? Не-не-не, там нет. Там одного максимум больше не надо, в смысле нет. Не, ну надо Вондру нахуй что-нибудь. Ну, если были бы милики, вот где-то ниже всех РДД по ДПС, да, в другой раз. Не, ну, там что, милики мало дамажит, что ли? Ну, БДК хуёво дают. Ну да, там 30к, подумаешь, сколько там на бурсте. Так это бурст. Ну, кстати, на бурсте у нас 400к держится, это она тоже... 420, я видел, 425. Нормально. Как бы хороший ДПС. Не, ну если менять, то только на Валерчика. Надо достойную замену искать. Валера. Надо такого брать. Если брать, то надо типа ШП брать, потому что типа катеры, чтобы перебежки не перебежки. Не, Валера слишком жесткий, нахуй. Слишком простой ребро станет. Бля, кто лучше, Акихиро или Эрза, я вот понять не могу. А Эрза, конечно. Каждый день, блядь, думаю. Но... Я за Валерчика топлю. Предлагаю их двоих взять. Пацаны. Эрза и Аки. Сука. Кому так плохо стало? А чё, ребра 100 лямов да. Стало? Чё за хуйня? Заходит нам. Да, да, поверим, верим. Смотрите сами. 184. Я единственное вижу место. А у тебя слышно, как у тебя лыба там, не то что до ушей, я не знаю, просто до могу. Да жопа нахуй. А, там ловушка, кто же знал, блядь, никто не знал. Кто же знал, да? Они по серебру-то нахуй, эти ловушки появляются. Да, я посерединке шла и... Дорога в вагон, о, там паучки еще появились. Ой, блядь. Втроем, я, Дели, Эдик. Хорош. Не, ну через пару недель, конечно, так же. Чувало, танч. Не, ну с разрабом на экстемпе это через месяц ему хп изменят. Бегу. Темп он же по Т4 только, по сетам. Да хуй его знает.
Бля, Кунг, иди работай, блядь. Да, сейчас там дезурон Т6 делает, а Xtemp X4. Они там еще что-то собираются менять, Т4, кстати, еще нерфить, блядь. Пятый, да, не... Он слишком простой ЦЛК просто, понимаешь? Надо нерфануть верхние места. Сильно убили вообще? Афликов очень сильно. Армса очень сильно убили, прям яйца оторвали нахуй. Армса не видит, ты видел? А нормально там еще даешь, ты так-то на самом деле там еще, ну... Ебать, 15к даю двух мобов, да? И в 2000 на ворсе находишься. Да, да, реально. Только гир у меня лучше, чем у вас, да? Ну, не хуже. Ты хочешь сказать, что у меня... Ну, палка роляет сильно, пиздец. Палка пироляет. Бля, Адель, типа, понимаешь, смотри, дотка висит, нахуй, 10 ебаных секунд. Понимаешь, вот эта вот хуйня? Она стакается до 10. Спасибо. Одно проебанное колдомство, там, на перебежке или еще где-то, нахуй, где ты заслакаешь, эта дотка спадает. Считай, ты теряешь уже, нахуй, от этого 2к ДПС. И кроме этого тебе еще понерфили, нахуй, 4-5к ДПС. Ну, кроме этой хуйни. Это пиздец, на самом деле. Котов понерфили. А что котов понерфили? Адершам нерфить заебали. Ну, блядь, я регинил 8 энергии. Стика получается там раз в 2 секунды, а сейчас 6 всего лишь. А, ну да, это заметно. Пидоры, блядь. Согласен. Если ребро первыми убьем, буду говорить, что не АФК ребра на Икс. Да убьем мы, стопудово убивается. Главное на вихре лучше продефайтесь, чем умереть. Ну что, мне фуг бы. А ну вот. Чего он так пиво льет? По идее он зов. Такого быть не должно, типа, это не только у нас. Я там с Степаном разговариваю, с других гильдий, они сейчас тоже знают, и у них тоже льется криво. Еще и в свой фрейм ебаш, ну это хуй там. Да, вот то, что он в свой фрейм кидает, такого быть не должно просто. Ну, будут нерфить со временем. Ну, он, типа... Лужу кидает себе во фрейм, он так не должно быть, он должен... Дермич, заходи. Да все, похуй, блять, как должно, не должно. Это пиратка ебаная, здесь никогда ничего хорошего не будет, тем более на этом ебаном сервисе. Что угодно, Андрей, типа, блядь, Кирилл оправдывать. Это пиратка, типа. Ну, вот блять, а что ты хочешь? Это пиратка. Так, а что ты хочешь от этого сервера ебаного? Чтоб здесь работало все заебись? А, лучше, я думаю, ЦЛК контент можно сделать нормально. Два вылета нахуй, или сколько там их, 3 было, и ребут еще въебали нахуй сверху. Я не знаю, почему они ребутают, типа... Потому что нахуй, потому что ебаные рукожопы, вот все нахуй. Ну, здесь сложно подъявить. Тыкните. А, Рислин тут уже все. Окей, рыбу хавать. Так, масло, что там по маслу? 23 минуты. А вот в этот трай по прохилу как, нормально было? Да, нормально. Неплохо. Может быть еще тогда минус одного хила? Да, я в метку стану, на. Не, минус одного хила уже нельзя. Типа, у нас получается ДЦР, друг или трейд, а шаман и паладин танков, типа. Но паладин один сможет же танк? Один не сможет, да, не вывезти. Да вряд ли. Вот какой-нибудь дурачок не уберет, типа, из таргета босса, и все, и там танк сразу ляг. Ну, либо милика, либо ДД слапать только там. Дайте джифса там, блядь, шишки не починились в начале инста. Он стоят. Да, вот джифсу увидеть на этом боссе, блядь. Для начала. Надо сейчас выжить и посмотрим. Можно жить бы, блядь, в натуре за неё. Так, все готовы, бланш. Ты метку для танка не поставил, не? Да. Запомнили, да, стоит, чё. Подожди. Внутренний круг. Я в курсе. Все, все готовы, очередные. 5, 4, 3, 2, 1.
Ебать, до сюда. Сука. Шип снимите, шип. Шипы два задних шипа. Выйдите, выйдите с лужи. Почему он меня, блядь, убивает, нахуй? Да вы не уходите, вот в шипе, блядь. Ребят, ребят, пожалуйста, закройте рот, нахуй. Если я говорю два последних шипа, нахуй, это значит два последних шипа. РДД, разворачивайте свои ебальники, нахуй, тупые, блядь, и свечите шипы, нахуй, чтоб лужи в рейд не шли, блядь. А зачем? Либо, блядь, либо какой-нибудь маг, нахуй. Если видишь, что два шипа, нахуй, отворачиваешь свои ебалы и нажимаешь скачок, нахуй, чтоб вот такая хуйня в рейде не была, блядь. Лужа в рейд, нахуй, и минус, нахуй. Да сними ты его, сдохни. Да не, Пэт, там убери просто. Сними Пэт, диван, там... здесь диван не работает, блядь. Кто диван дал, нахуй? Блядь, дал. Люди, а? Работать, ну, Пэт, его надо убрать. А первые разы как вы били, вы как-то делились там на пачки или как все было? На два кэмпа делились. Милики под боссом, а РДД на РНЖ или нет, как? Нет, на 50 на 50, 50 на 50. А все так же били. Фрейм, два человека стояло. Мы только левее метку ставили, звезду, все. Нет, так норм, вот как сейчас норм. Ну да, тут надо вот эту проблему. Ну, нам просто не повезло, как бы на двух кинулось так сразу. Ну, кто сзади стоял. Может, в РНЖ больше? В мир заходишь, моментальная прогрузка мира. Сейчас прям вообще. Да что, здесь сразу могут королеву писать, она тебя заберет. Да. Может быть, больше в ренжу людей поставить? Вот, не надо ничего ставить, нахуй, бьем так. Просто разворачиваем ебало, нахуй, и заливаем шипы, нахуй. Беба, блядь, когда два шипа видишь, что, блядь, вот так вот кидается, нахуй, ебашь куда-нибудь скачок, либо в ромб, либо трусы сразу. А шипы не берешь. Реально, а почему мы в ренжу не можем еще, допустим, одного поставить? Там ты что, дамажит по нему или что там? Нахуя еще одного ставить? Представь, будет там вот два, там три шипа, допустим, у нас четыре в ренже стоит. У нас по-любому не будет в миле кидать лужу. Не, ну а по сути, ну почему? Это лужа двинуться в метр всего, шаг сделать влево. Не, ну это понимаешь, это... Кому лучше, двоих поставить или 23 тела, чтобы двигались? Ну, тут тоже спорно, понимаешь? Влево, я вот сейчас влево двинулся, а там раз, вторая лужа пошла слева. Я там тик. Не, если это можно, как блять, бы... Блядь, ладно, пожалуйста, закройте рот, нахуй. Если вы, блядь, в шипы вот так вот будете заливать, как сейчас, нахуй, заливали два дальних шипа, нахуй, пять человек, нахуй, будет стоять сзади, нахуй, нихуя не поможет вам, нахуй. Так-то да, и так надо заливать. Не, ну заливать-то понятно, но если прослакаешь один раз, допустим, ну типа не кинется сразу в мелю. Ну потом попробуем, наверное. А чё, да? 5, 4, 3, 2, 1. Спать сейчас подлагала, нахуй, не вовремя, блядь. Вихрь. Сокрой ресни. Шипы залили. Скейт не забываем уже. Смотрите, вы лучше не стоите. Драмище с маундой. Как тут достать? Шипы.
Бля, это уже зашла. Привет. Давай я поверну его. Давай. Разошлись. Блять, и тут лужа. Эдик, дай БР походу шить. Ну вагоны, ну смотрите, пожалуйста, куда лужи идут. В чем, блять, проблема? Мой дискорд. Падайте. Соберитесь, пожалуйста, смотрите, блядь, ну, включите монитор, нахуй, смотрите, куда лужинка идет. Там перед тем, как идет эта лужа, блядь, появляется такое голубое, нахуй, освещение, блядь, огня, перед тем, как эта лужа идет. Может, пусть плотность частиц добавят? Но я не помешал ему. Потому что у меня старое железо было, там на минимуме стояло, я луж не видел ни на леди, ни на ребре. Да хз, там вроде даже на минимуме так или иначе не видны. Там очень слабенько, типа, то есть, если не отреагируешь быстро здесь на ХМ, то минус 15к, это не варик. Ну, вот я знаю, я играла тоже на старом ноуте, у меня тоже там все на минимум было. Я знаю, как оно там видно. Ну, это не вроде должно нормально, но хрен его знает. Так для мили, как онка работает нормально, там стаки не сбрасывается сок. Я рыбку поставил. Банки на броню есть у кого-то? Я тебе могу с ГП дать. Дай. Да нет, пройди. Только просто не играй, да? Дать сопротився еще. Там же все стоят, починись. Возвращаемся. Давайте помоем быстрее. Ребан, дали вещи. Все, все готовы. Отчетные. 5, 4, 3, 2. Включите ребенка, пожалуйста, у кого-то на заднем плане. Спасибо. Вырубил. Ой, это Мира Йошки там? Сговаривается? Да. Тихо. Все, Ариснинца, Круз, Звезду, побежали быстрее. Бля, ну убейте шип. Блан, как ты умер, блять, уже? Ёбаный в рот, нахуй. Ну почему ты АФК нахуй? Да ебал нахуй, да заебали вы нахуй, вам минусовать начать или что нахуй? Ну сколько, блять, можно нахуй? Блять, ну сука нахуй, откройте ебало свое нахуй с глазами, блять, и посмотрите, что происходит нахуй. Смерти, блять.
По-моему, там... Ну, блядь, бланк, нахуй. Нормально все, нахуй? Три, блядь, лужи, нахуй. Три тика лужи словил. Три, сука, нахуй. Ты, блядь, вообще с нее выходил или тебе похуй было, блядь? Объясни мне, нахуй. И вихрь добил, блядь. Ну, у него очень много было, типа, ну, хп мало, короче. Его долго не хилили, я видел. Я на шипе был и не мог его хилить. Ну, он там, ну, блядь, 5, в любом случае, там, три тика лужи. Можно было спасти его. Да. Я сейчас быстро за котенком уберу. Да котенок у него срет нахуй каждый раз, когда он, блядь, не хилит нихуя. Ланка похилили. Хуя не похилили ее. Да, он там долго умирал, типа, я видел на шипе. Типа, его Настя нахилила больше, чем... Я? Да. Ну, ты, видимо, бурю дала. У него, короче... Она не знала, что упал бурей хилит. Я вообще-то, блядь, знала, идиот. Его не хилили, он, считай, 2 секунды получается. Что-то оно глад, как бы. 2.70 его не хилили. Не, я просто охуела, что я, блядь, его больше. Ну, там, короче, 12 тысяч залетело в мой шилд, и Биг Мами на 2000 похилило, и все. Ну, все равно, это его вина. Он словил 3 лужи, нахуй. 3, блядь, этого тика от лужи, нахуй. 3, блядь. Нет, все равно Настя топ хил. Естественно. Кунка. Давайте вам расскажет, какой я топ-хил. Да, Кунка? Ты флешку закинула, короче, по проку. Гладиатор Биг Мами чисто, блядь. Настя просто звание оправдывает. Настя, прочитай, ты знала? А, что? Кстати, еще это, можно, если что, паладин и боб закидывать там по таргетам, чтобы вообще вихрь не бил. Ну вот, когда вихрь... Там хилам типа такое. Касты не прерываются, либо кастер можно засейвить. Рыбку ем. А, это я в курсе. Это я в курсе. У меня просто бопы нет. Рит, не будешь хилить, кот еще раз насрет. Как ее забирать, да? Ты нассал. Мотивацию. Потом насрю. Не понял, блядь. Хуя. Что-то, блядь, пошла по странным путинам. Звезду стали рисим с икра. От босса уже. На, под боссу аккуратно, лужу вам дал еще. Так, пизда, в нас тихо, да.
А, из-за лужи. Из-за лужи не видно вы эльфа. Да, эльфийки без, нихуя было не видно. Чё, Кирилл, минус хп? Вам лужа помешала что, блять, еще раз? Да там анимации нет, лужи из-за войдельфовской. Вообще, типа, нет. Она прикольно. Просто убрала модельку лужи ребра, да? Закрыла полностью. Плотность частиц. Блять, это все из-за бага этого конченого, блядь. Почему же мы, блядь, стояли прям внутри? Ой, блядь, конченый сервер, ладно. Давайте все-таки попробуем несколько человек оставить. Я бы тоже попробовал. Швепс, побегаешь рядом со мной. Да это ты-то толку сейчас. Вот сейчас не из-за этого. Шипов-то на нас не было, блядь. Понимаешь? Почему тогда сейчас бросилось, Мили? Я ебу нахуй, почему бросилось. На ханте не было шипа, на мне тоже не было шипа. Я стоял, ну, наверное, как и стоял до этого. Я замечаю, после того, как он приземляется, по основному первый... Ну, видимо, да, дальний таргет. Таргет. Да, видимо, там не успели люди подойти, и мы не дальний таргет будет. Там он выбирает таргет, который далеко стоит, а он подходит в мели и уже, видимо, переключается в мели. Слушай, а хорошо шли. Ну, в смысле, погибли. Поэтому первый каст надо смотреть всегда. И по ХП тоже хорошо держали. Да, хантик, наверное, да. Стой на максимальном рейнже, отходи от звезды там дальше. Кто хуй его знает. Я тоже так планировал, постараюсь, чтобы такой хуйни не возникало в дальнейшем. Понял, о чем я говорю, Бланш? Дайте ГБ кто-нибудь. Кирилл, ты в рамбе стоишь? Не, в трусах. Вот смотри, да? Их темп заходит на стрим к экзам. Ну, допустим, не к нам, к экзам. Смотрит, ну, вот первое этого, блядь, ДПС, нахуй, их первого статика. И плюс-минус считает в голове. Ну, тут, блядь, он перебор сделал. Дебил кончил. Плюс-минус посчитал, накинул, чтоб примерно там какой средний ДПС рейда там что-то. Нахуй они вот это сделали. На экстрем гений нахуй. Я бы вам марасам еще нахуй бы срезал бы, блядь, до 1% силы, чтоб осталось нахуй. Минус 1% до силы. Ну. Да я минус 10 надо хотел. На кунг. Тут дохуя дамажишь. Или оставить все как есть, но превосходство, типа, минус 15%. Кунга, фу, блядь, кому, что, фу, блядь, какую, ой, короче, не пиши такое. Добре, хорошо, хорошо. Юля, тут? Да-да, читаю форум. Чё, чё, длин? 5, 4, 3, 2, 1, пу. Гера, дайте когда еще. Шип, шип сзади, шип, РДД. Сука, блядь, чуть не умер. Ну все, минус таки нахуй. Один шип, блядь. Заебись. Ресница круг. Угу. Охуенно. Все, блядь, через раку. Да ребят, ну неужели вы не видите этих луж, я не понимаю. Ну, блядь, ну если видите рядом там со звездой, ну отойдите, блядь, в бок нахуй. Она ж вас ни с одного тика убивает, ёбаный в рот. Ну сколько, блядь, уже можно, я не понимаю. Сейчас лужа аккуратно будет в кривах. Падайте нахуй, в пизду нахуй, не хочу нахуй. Минус 3 это хуйня ебаная, на 102 БР. Ну я бы не писал, если чё. Да хуля толку нахуй. Следующий нахуй сдохнет так же в луже. Ну я, кстати, сдох сбоку уже. Соберитесь, блядь. Ну, что это за цирк ебаный? У нас ни одного трая нормального нету, нахуй. Вы как долбоебы дохнете в лужах постоянно, нахуй. Эрдру, захотывай, пожалуйста, кастеров и хилов вот перед вихрем, чтобы захотаны было кастеры и хилы. Это приоритет твой, во-первых. Потому что я не знаю, ну, не прохиливаются кастеры даже.
Да там луза прям под нас упала, что там за хилит дес. Ну, не важно, все равно заход мой. Хорошо, друг, заход. Друг, давайте не будем так друг к другу обращаться, пожалуйста. Я сразу охоты. Вспоминаю пикашку этого. Друзья, бля, это... просто самое что прикольно, когда вот обращаться так друг либо чел, это, блядь, звучит да. как унижение. Все, да, блядь, да. Нет, чел, зовут это друг. Вот погодь, у нас лобстер был, да, который вот этот чел, вот и постоянно фу. Чел. Блядь, фу. За обузи. Знаешь, он чел, не просто блядь, нам чел. Да? Чел. Вот я сказал, такой... это друг. А не друг. Димкин же. А. Пихлость. Ну да, чел. Он его подсадил на чела. Или позже. А чё вот этот, этого с хп учит райский вдох играть, да? Не, позитрон нормас базарит. Я не учил, не, ну, я просто... На панде просто так было тоже. Чел, я думал, Акума шарит все сам. Да не, типа, хпал нормально кнопки жмет. Тут спору нет. Как хпал говорил. Что-то я у тебя вообще не вижу. У тебя что-то Т4 нет? А, нет, есть. А что, как мало? А смысл нет? Вообще не юзаешь. Ну, а зачем мне Т4? Ну, на перебежках. Ну, я не бегаю особо. Странно. Вот. Я больше, ну, я в 25-ке больше захилю за стимула небес. Такое. Ну, такое-то. Кусовщина. Либо 5 таргетов, либо я один таргет засчитываю.